Начнем мы немножко необычно по билду, но я хочу со скоростью атаки начать. Здорово, 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 ребят, здорово. Так. Здорово, Стронг, спасибо большое. Вижу, камера чуть-чуть нажну. Так, чик, чик, все, погнали. Вот, хочу немножко не так собрать Аполлона, как обычно я собираю, поэтому пойдем как-то так. Сейчас посмотрим. Нет. Блин, автоатака у него, конечно, красивая в этом скине, ничего не скажешь. Мне всегда у Аполлона, типа, как-то, не знаю, выглядела автоатака всегда настолько удобной в плане как АДК. Вот то и за нами, наверное, лучшая автоатака, ну, для меня, но она такая неудобная анимационно, вообще жестко. У Аполлона, посмотри, как будто бы плюшка на полкарты летит, бля. Не, красивый скин, конечно. Четко выглядит. Тихо, что, Анубиса мне хочешь заказать? Спасибо за поддержку. Для хорошего настроения. Нифига, Анька, спасибо большое. Спасибо огромное, ребят. Ой. Ля, еще и сабнулись. Вы что делаете? Так стрим только начался. Ля, спасибо огромное, ребят. Фига вы бахаетесь. Спасибо огромное, ребят. Психи. Чат психа просто. Я аж на игру не смотрю, алё. Что вы делаете, алё? Сейчас бы смиснуть с всей пассивкой. Рано пошел. И меня он не попал, да, хилом по мне. Не знаю. Нет, 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 нет. Плохое, плохое решение было. Так, у тебя хилка. Во, спасибо. У них нет такой хилки, как у нас. Да почему ты... Я не понимаю, все так маньячат с этими бафами. Так, ребят, кто засабался? Дайте любовь за донаты, за сабы прямо сейчас в чат, алло. Стрим, пожалуйста. Ребята жестко поддерживают стрим. Спасибо вам огромное, ребят. Дайте сердечек там, похлопать, аплодисменты ребятам. Спасибо огромное, ребят, правда. Домой, домой. Because I am. Нет, еще не посмотрел. Тихо, тихо. Что-то Танатос хочет от нас. Арах наш занервничала, бедняга. Танатос ушел, че нет? Мы бы смогли разобраться, если бы блинк был бы у Сильвануса. Мы бы сейчас забрали бы на изичах Ареса, кстати. Вообще на изичах бы забрали, если честно. Понимаю. Ее, говорит, бой убил. Ты что, думал, я не убью в такой ситуации? Я хоть стал реже в смайт играть, но ты же знаешь, что я плохо играю. Куда мы бежим? Хорош, хорош, Осирис. У Осириса, кстати, топовый скинчик. Мне очень нравится. Новый, который из нового батл пасса. Вообще такой огненный. Музыка для челачества, ребят. Хотелось бы больше единичку, конечно. Да, вейспак классный. Вейспак классный. Вообще скин огонь. Я не знаю, почему... Почему ребятам не нравятся, типа, руки большие. Да, блин, выглядит очень круто. С этими руками. Это прям фишка этого скина. Лучше бы он мне хилку дал, а не ее попытался задамажить. Не, я про Аполлона. А ты про Осириса, что ли? Ну, Осирис тоже топовый, кстати. Фишка скина — это огромная птица на ульте. Ну, не прям фишка. Мне нравится просто, он визуально офигенно сделанный. Вот просто реально офигенно сделанный скин.
Хилка будет. О, это труп. Гуджаб, гуджаб, как говорится. И ульт сразу. И Танатос взлетел. А-а-а. Ну я пробовал, я пробовал. Здорово, кот наркот, здорово, дядь. Хороший замес. Хороший замес. Первый раз вижу Сильвануса, который цветы не ставит. Да это... Это тоже не панацея, ребят. С одними цветами не выиграть, и как бы они... Да они особо ничего не дают. Вот кто-то честно хилится около этих цветов, вот, чтоб на постоянку прям. Мне кажется, это такое себе. Блин, как мне нравится этот трек, офигеть. Здорово, юзач. Так нравится этот трек, просто жесть. Be careful, да? Be careful, да. Сильванус шестой. Но он жестко, конечно, надавал. Окей. А есть специальный мод? У меня нету. А так. Офигеть, посмотри, как выглядит круто, когда у нее пассивка настакана. Да будет новый бог. Ну, по идее, через... сколько там? Ну, к следующему патчу, я так понимаю, через 2 недели. Я да, по датам, честно, не подскажу, не помню. Посмотри в Smite Pro, ребят. В Smite Pro всегда вся инфа, и она всегда вся официально, грубо говоря, подтверждена и всегда актуальная. Я же нажал! Она меня боится, блин. 11 декабря, во, спасибо. Не хочется умирать. Если держаться рядом, всегда ману регенит с помимо скиллами. Ну, он так регенит. Не, он регенит. Я ничего не говорю, ну, не знаю. Я, допустим, не шибко, как бы, за этими цветами слежу. Давай, спасибо. Сильван сейчас продаст нашего Ахпуча. Придите вручную, и они сами начались. Они сами начисляются, я не накидываю вручную. Если вы ник правильно указываете. Если ник такой же, как на платформе, то есть на Твиче или на Ютубе, они автоматом зачисляются. Если нет, я могу потом перекинуть, просто не сразу получится. Добрый вечер, Dark Rex Dispatcher. Нет ульты. Но она не будет со мной драться. Во-первых, она меня не вывезет вообще никак. Вот вообще ни разу не вывезет. А, понимаю. Я умер. Асай, я умер. Нет, я видел его! Нет, я думал, я убью его ультой. Я такой даун, просто жесть. Просто как я бы сыграл сейчас, ну правда, по-другому это никак не сказать. Не, на ютубе на Твиче ники разные, точнее имя написано по-разному. Упс, я ник, наверное, не тот указал, там пустое поле было, мол, напишите ваше имя. Понял. Не, я поправлю, дядь, я поправлю, не переживай. Юз, ну как я мог умереть так глупо, скажи мне, пожалуйста. Я думал, моей ульты хватит, чтобы кабана раздамажить, понимаешь? Почему кабан такой толстый, блин? Она еще кинула его под себя, жучка. Она же видела то, что я лечу, блин. Здорово, воровка. Ну, алло, ну ты не видишь, что ли, что они идут, или что?
Понимаю. Ульт оказался слишком сильным. Домой. Хорошо. Вот это байт был, да? Здорово, апельсинка. Вот это байт был, да? Мы будем считать, что Ахпуч забайтил, короче. По-другому это не назвать. А. Что за сообщение мне пришло? Рекомендую телекомпанию МТС после использования... Поняли, да? СМС ко мне пришла на телефон. Если МТС будет присылать такие СМС, то я еще никогда не порекомендую. А, она пошла на нее. Там кабан, понимаю. Ой, она умница, она ее убила. Молодец, блин. Я просто так бачу, только Тима не понимает, и я дох. Хорош. Так, минус таврка. Давай, лучник, разберись с ним. Нет, ладно, этот по-любому. И. Блин, нет, ладно, буду пушкой. Помогу, че нет? Блин. Помог. Опять через Сай. Я очень люблю этот Аси. Очень люблю. Мой любимый артефакт в игре. Я стрим временами буду отматывать назад на пару секунд. Что это такое? Попробуйте обновить. Мне кто-то уже такое написал. Ребята, у всех такая проблема? Потому что у меня стрим открыт, и у меня все хорошо. Типа, у меня таких проблем не наблюдается. Нормально. Но у меня две сим-карты в телефоне. Я пользуюсь и МТСом, и Билайном. Особых проблем не вижу. Интернет только дорого оплачивать. Ну как дорого? Нормально, недорого. Но просто два интернета оплачивать. И да, это... Я без задержки стримлю? Да. Даже на Ютубе теперь без задержки. А чё Ютуб не пишет? Алё, Ютуб, проснитесь, чат. Вы шо? У активности не будет, не разыграю вам Battle Pass, алё. Интересно, теле 2 топ. Я уж подумал, может быть, Мегафон. Я так не люблю Мегафон, но у них безлимитный интернет есть. Спасибо за поддержку. Да тихо, алё. Первый, как слышно. Как слышно, пш-пш, Антоха, спасибо большое. Спасибо огромное. Поюзайте с маленьких холопков, пожалуйста, для Антона. Стрим только начался, дядя уже два раза отдувается. Еще второй донат от него прилетает. Спасибо тебе огромное, дядь. Я тебя похлопаю, похлопаю. И пыш-пыш, это байт прям мне юза для прохождения игры. Блин, я боюсь, там кабан еще остался живой. Тихо, тихо! Стример наказывает Ютуб. В смысле, за что я наказываю Ютуб? Ютуб работает чи нет? Привет, Арти, чё ты? Здорово, Александр. Антох, спасибо тебе за донат огромное. Я долго с ультой не мог справиться. Здорово, Романыч. Сегодня будет котейка? Да, да, сегодня третий стрим по Black Shadow, по прохождению. Вот. Апельсинки, ты любишь квесты? И детективы. Я вот в третий стрим сегодня буду проводить по крутой игре, а тебя что-то я не видел еще на стримах. Во сколько код? Ну, не знаю, после смайта, посмотрим. Я рад вас всех видеть, ребятки. Я думал, в пятницу будет гораздо меньше людей, и вы не подтянетесь. Спасибо вам огромное. Ютуб, спасибо за лайки, вы умнички. Випы с сабами сбежались. Куда сбежались? Гоу котейка вместо смайта? Нет, котейка будет после смайта. Сегодня пятница? Да, сегодня пятница. Я думал, что людей будет гораздо меньше.
От котейки не горит, хоть у меня от смайта тоже сейчас не горит. Все нормально, ребят. Самый адекватный стример, ля. Чё-то я опять пить сейчас поеду. Да камон, хорош, Романыч. Заберите у Ромы деньги все. Что за котейка? Блэксет игра называется. Мы ее уже в третий стрим проходим. Игра просто огонь, ребят. Понимаю. Парняга меня передамажил вообще на изичах, потому что я помисал много. Блин, у них там жесткий замес, блин. Ой, умничка. Аси, сработай, пожалуйста, вот сейчас на этих мобах. Понимаю. Криты покупай, да будут, будут. День рождения нарисовался? Хорош. Ну ладно, день рождения, ладно, ладно. Жалко, что Романыч, конечно, сруливает. Такое себе. Он только что поставил? Видимо, да. Там кто-то... Понимаю. Блин, арес. Не, я больше бухать не буду. С Романычем или вообще? Я, наверное, хочу разящего собрать. Потому что, мне кажется, артефакт вообще имба. Цепь в опу была. Да я видел, я еще слышал его. Фейлнот, да в смысле фейлнот? Никакого фейлнота, алло. Загангали, что поделаешь? Бывает такое, загангали. Вроде и варды поставил, и все есть, но загангали. Апельсина, смотри, пришла, поздоровалась и ушла. Я у нее спросил, говорю, игру любит такую, она ушла просто. Серьезно? Привет, Никита. А чё? Давайте ворвемся. Он такой же чила, коня. Чё они все такие жуки? Ну а чё, громкая ульта, что ли? Я умер. Нет, кабан ко мне не подошел, я не умер. Хорош! За картой? Какой-то... Месси за картой пошла. За картой сокровищ, наверное. Так, мы можем вон Анубиса бахнуть. Ля, я ему дал на 150. Так приэтывайте его, ля. Да почему по мне-то? Хорош, хорош, хорош. Будут и криты, не переживайте. Домой! Домой, Танатоса! Хорошо. Пока все хорошо. Кому, ля, не понял. Я тут про игру спрашиваю, она за картой пошла. Не, я-то, конечно, отказываться не буду. Пш-пш, Юза, пш-пш. Мы в игру будем играть с тобой или что? Проходилку-то будем проходить? Но это после Блэкседа будет. Так. Понял, принял. Подожди, за красным пойду. Что-то по ММР у тебя вообще 2.5 уже, дядь. Вообще накрабил. Яра, по-моему, не включил, Ром, проверь друг, на другом чем-нибудь, пожалуйста. Я мог фейлануться, так сказать. Ага, да, все, раза был включить, понимаю. Он умрет в мучениях. А, я ее убил.
Где моя помощь? Где моя помощь, блин? Вы видели, какой я жесткий? Вообще. На самом деле, Сань, я шучу. Какие две споловые ММР? Ты видел, как я играю? Я, конечно, играю топово, но моя команда всегда играет слабенько. Поэтому ММР у меня скатился. Я проиграл 400 ММР за этот месяц. 400, дядь. Никто так не проиграл, как я. Детективы вроде люблю, но как со смайта меня не прет. Как... А, я понял. Вот жалко, что ты не приходила на предыдущие стримы. Пришло время терафлю. Терафлю. Спасибо огромное, Апельсиныч, за соточку. Спасибо большое. Дайте любовь, пожалуйста, хлопки, аплодисменты донатерам. Донатеры вообще это святые люди, ребят. Святые люди. Живут вечно. Хочешь жить вечно, знаешь, что надо делать. Спасибо огромное. Ну так вот, блин, два стрима по Black Shadow и вообще игра такой огонь вообще. Я отправился, думаю, когда успел. Да ну ты что, наркоман. Ты представляешь, чтоб я столько ММР набил? Спасибо огромное, Апельсиныч. О, там на меду жопа намечается. А мне критов нету. А мне критов нету. Не, ну я ворвусь сейчас. Я иду, иду. Они по пол хп все. Атак, атак, не ссать. Не ссать, мне как же мне больно. Меня не хотят атаковать, ребят. Я не знаю, что еще сделать. Отсветил, давай. Снимаю, Сильванус не достал. Бывает. Вы видели, что произошло? Дичь произошла какая-то. Собрать фейл надо, чтобы переставать врываться. Не, я буду врываться ультой, это что? Что за звуки? Да это музыка, это в треке такая, такие звуки бывают. Оу, щит, я понимаю, понимаю. Ах, куча понимаю. Дайте мне хотя бы один еще артефакт. Собрать в идеале два артефакта и будет жопа. Не, я хочу скорость атаки юзать. Хочу, чтобы пассивка работала всегда у меня. Набивалась, чтобы быстро. Сначала будет этот Сюрикен, а потом Дедбрингер. И будет такая жесткая жопа. Если катка как-то закончится досрочно и будет опять... У нее такие красивые крылья на тройке, я даже не видел. Вот, и я, наверное, юзну... Ну, потом на АДК еще раз этот билд попробую через эту штуку. Я СР вырубил, Романыч. Давай на следующей катке, плиз. Понимаю. Now, если их двое, то еще можно попасть. Да не, я даже не буду пытаться. Она, по-моему, в списке будет, Ром. Я включу и все. Я выключал на прохождение, чтобы музыку не заказывали. А последние два стрима и были по прохождению. Хорошо. Домой. Не, мать. Нет, 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 нет. Нет. Ай! Ну как? Ну камон, ну как? Дровом он. Через СР. Сейчас, ребят, я выключил Song Request. На следующую катку включу. Сейчас, Апельсиныч. На следующий катка. Валрус говорил в своих видео, что криты говно. Нет смысла сказать, что ты думаешь о критах. Я думаю, что криты имба. И вообще, все, что вам говорят в гайдах, это все... Хотел сказать неправда. Но это не сказать, что это неправда. Это все... Вкусовщина и мнение какого-то определенного человека.
Вы должны понимать, что вы собираете Ромен под... Ромен выбрал, кем ты будешь Тихо, играть, да. Арти. Это будет Бог Чернобык. Бог Чернобык. Вот, вы должны понимать, что билд вы собираете под свой стиль игры. И играете так, как вам удобно, а не как кто-то говорит на видео в гайдах. Поэтому гайды это зло. В гайдах можно посмотреть общую механику. Как играть богом, как, что происходит и все такое. Но когда вам говорят, вот это не собирайте, а вот это собирайте, это бредятина вообще полностью. Вы со временем поймете и будете чувствовать персонажа, и будете понимать, что вам нужно. Нет, никакого бафа у тебя. Не дорос еще до бафа. Ну, а. С Осириса прям... Вот этот, кстати, скин на Осириса такой офигенный вообще, жесть. Желтый лук и критри. Ну вот, вы собираетесь так, как вам удобно. Можно было не юзать щит. Господи, вот это врыв от меня был только что. Я просто, посмотри, что сделал. Да, у меня есть скин, конечно. Вот это врыв был, да, во всех ультой. Не, вот этот артефакт, конечно, с критами имба работает. Да, вроде. Вообще жестко прям. Ах, пуч, лёва рвался. Хорош. Почему мы не можем так долго пробить Феникса, не понимаю. Мы можем закончить. Лё, попал по мне. Тихо, что ли? Все нормально, все нормально. Помогите. Я пытался до последнего. Пугало изумрудного города. Ну ах, путь жесткий, да, вообще. Ах, путь жесткий был. Ну это на один брыв мне ультой, но они там будут стоять, я не смогу. Арахна бы с ульты врал. Не, ее законтрят, она не сможет. Блин, лево крипчики проломят лево, как думаете? Мне капец, блин, там кукулькан. Здорово, да я хромак уже несколько стримов назад включил утка. Если бы ты приходила, ты бы знала об этом. Арахна шикарно, но один на один. Аполло, ты, говорит, можешь попробовать ультой. Да что-то я не очень хочу пробовать. Арахна, добивай в таурку. И впечатление от Хемдаля. Я хотел вообще сделать обзор, типа патча, но решил, что нет. Потому что потом от меня будут ждать эти обзоры и все такое. Не, а впечатления от Хемдаля какие? Смотрите, это АДК, физический АДК, чему я безумно рад, потому что мейню АДК. Это парень АДК, выглядит как парень для соло, ультует как парень танк, я не знаю, как кумба какой-то, я не знаю. Пока впечатления такие себе. Все, я пошел в соло заканчивать катку. Чекай. Домой, домой! Легчайшая, легчайшая. Этот Осирис манит чертовка. Давай Осика тоже. Спасибо, Апельсиныч, ничего себе. Спасибо огромное за нас. Блин, хорошая катка, изичная вообще, легчайшая.